Как представить гостей на свадьбе? Свадебное торжество собирает всех близких родственников и друзей молодой пары. Каждый в этот день хочет поздравить новобрачных, сказать добрые слова и пожелания. К сожалению, часто случается так, что до свадьбы знакомятся лишь родители с обеих сторон, а остальные гости не знают друг друга. И Тамаде, и свидетелям, и даже молодой паре придется заранее подготовиться, чтобы достойно представить каждого приглашенного на праздник. Связанная статья «Выездная регистрация с детьми». Как не превратить свадьбу в кошмар?